отталкиваясь от тезиса, который сказал Виталий Вячеславович, который, к сожалению, уже убежал, и от того, что говорил Вениамин Викторович. Значит, вот Виталий Вячеславович сказал, что российскому мусульманину, по большому счету, до лампочки, что происходит в Сирии, да? А вы заметили, что имидж ислама в нашей стране, к сожалению, выглядит сегодня очень негативно, и, в частности, некая ответственность за это несет СМИ. Да? Ну, я здесь не как исламовед, а как эксперт в качестве из сферы СМИ могу заметить следующее. Ну, в нашей стране сложный в межконфессиональном, в межэтническом отношении. Отношение вот, человека с улицы, мусульманина, с улицы простого человека, и отношение к нему очень трудно разделить от отношений как бы, межконфессионального характера от отношений межэтнического характера. То есть здесь, в общем, среди достаточно большого количества населения эти понятия смешиваются. Да? Поэтому роль... как бы, да, а наша пресса, наши СМИ, в основном, она определяется некими сигналами, некими, как и МИД, определяющими, как МИД своей деятельности определяется позицией главы государства, так и роль СМИ. В общем, определяется, по большому счету, позицией главы государства. С этой точки зрения, роль главы государства, влияние, его влияние на СМИ должна, мне кажется, иметь еще некую воспитующую роль. С этой точки зрения, мне кажется, большим упущением было отсутствие реакции высоких государственных чиновников на простую, но резонансную весьма в бытовом отношении ситуацию, которая сложилась несколько дней назад. Вы помните, что мисс Россия в этом году была избрана Эльмира Абдразакова, да? Татарка, наполовину татарка по национальности. К сожалению, вы этого не знаете, а жаль. Потому что то молодое поколение, о котором вот говорил наш коллега Руслан Вячеславович, живет относительно, так сказать, другого, значит, нашего поколения, в основном в интернете. Да? И в интернете сложилась дикая совершенно, невероятная, значит, кампания травли этой девушки. На том основании, что она носит татарскую фамилию, а получила титул «Россия-2013». Мне казалось бы, что в этой ситуации должны были бы найтись советники, может, даже в МИДе, хотя это не их роль, я понимаю. Я намеренно, так сказать, скандализирую немножко ситуацию. Должны были найти другие советники, которые бы подсказали главе государства, что, может быть, стоило бы выступить ему публично и сказать, что он гордится тем, что такая красивая девушка победила на конкурсе «Мисс России 2013». Это, мне кажется, во многом бы оздоровило такую межэтническую, а может быть и межконфессиональную атмосферу в стране. Понимаете? Да? Вот все.